Здравствуйте! Приглашаем вас в киноисторию. Я Алексей Юдин. В одном из покоев кардинальского дворца, за столом с позолоченными углами, заваленным бумагами и книгами, сидел мужчина, подперев обеими руками голову. И красная сутана, отделанная богатыми кружевами, и бледный лоб, омраченный тяжелой думой, и уединенный кабинет, и тишина пустых, соседних зал, и мерные шаги часовых на площадке лестницы. Все наводило на мысль, что эта тень кардинала Ришелье оставалась еще в своем прежнем жилище. Увы, это была действительно только тень великого человека. Этой тенью Ришелье был Мазарини. Он чувствовал себя одиноким и бессильным. «Иностранец», — шептал он, — «итальянец». Вот их излюбленные слова. А какое я им сделал зло? Эту картину рисует в начале своего романа «20 лет спустя» Александр Дюма «Отец». Бедный итальянец, жалкая тень великого Ришелье. Вот, по сути, приговор, вынесенный французским романистом-мифотворцем. С легкой руки Дюма этот образ кардинала Мазарини вошел в канон популярного восприятия истории. Но при всей своей любви и даже уважении к могучему таланту Дюма отца, с ним можно и нужно спорить. Говорят, что и сам он легко признавался в том, что творит исторический произвол. Да, я насилую историю, истинная правда. Но я делаю ей очаровательных детишек. Так что давайте разбираться с прославленными персонажами французской истории. Сегодня перед нами предстанут и кардинал Мазарини, и королева Анна Австрийская, и восходящий король солнца Людовик XIV, да и многие другие. Их образы мы увидим во французском телефильме «Королева и кардинал». А заодно и почувствуем, что это значит быть итальянцем в гуще французской политической жизни середины XVII века. Смотрим первую часть телефильма «Королева и кардинал».